Для чего в городе собрались руководители различных управлений и в Нижнекамске закрыли лыжный сезон? Об этом не только. Прямо сейчас это новости на телеканале НТР. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В эти минуты сразу в 11 учебных заведениях Нижнекамска проходит городской фестиваль «Мир профессий». В рамках мероприятия девятиклассников ознакомят с различными профессиями. В их числе парикмахер, повар, токарь, сварщик и учитель. Все подробности расскажем в вечернем выпуске новостей. Руководители различных управлений и ведомств сели за парты. В городе прошел форум по разработке стратегии развития Нижнекамска и района. Такое поручение дал президент республики каждому муниципалитету. Перед собравшимися стояла непростая задача – определить основные направления, по которым будет развиваться город и район в ближайшие 10-15 лет. После обсуждения всех проблем была названа основная. По словам модераторов, а это республиканские эксперты, в Нижнекамске недостаточно эффективная система государственного и муниципального управления. Начальник 9-го отделения почтовой связи Нижнекамска Вера Ефремова стала лучшим городским руководителем в рамках конкурса, который организовало акционерное общество «Татмедиа». По регламенту победителя выявляли по количеству оформленных подписок именно тех изданий, которые входят в состав республиканского агентства. Сотрудники 9-го отделения провели большую работу по подписке на второе полугодие и победили. Вскоре руководитель поедет в Казань за заслуженной наградой. О спорте. В Нижнекамске официально закрыли лыжный сезон. Больше двух десятков команд от вузов, СУЗов и различных предприятий приняло участие в заключительных состязаниях. Участникам предстояло пробежать эстафету. Мужчинам 6 километров и женщинам 4 километра. Первое место среди предприятий завоевал коллектив «Нижнекамск-Нефтехима». В других группах лидерами стали Управление здравоохранения, студенты НХТИ и Нижнекамского технологического колледжа. О погоде. Сейчас минус 2. Синоптики обещают сегодня пасмурный день. Возможно, осадки в виде небольшого дождя. Для чего нижнекамские школьники отправились в столицу Австрии? Об этом мы вам расскажем в следующих выпусках. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией вы можете по телефону 400770 или через сайт ntrtv.ru. До встречи в эфире.